Всем привет, ребята! С вами Диана, и сегодня долгожданное видео о попугаях. Что делать, если ты хочешь научить их разговаривать, или что делать, когда они много разговаривают или поют, и тебе они ничего не дают делать. Мне эти все ситуации знакомы, так что сегодня я расскажу вам несколько советов или лайфхаков, как всему этому научить, и несколько секретов. Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь. И что ж, поехали! Я думаю, что тяжело найти такого человека, который был бы равнодушным к этим существам. Они создают вокруг себя какую-то благоприятную, позитивную атмосферу. Всем не секрет, что волнистые попугаи могут имитировать человеческую речь. Также они очень любят забавляться, играться. Поэтому необходимо в их клетке повесить что-то, что будет их развивать. Например, кольца или еще что-то. А также можно повесить зеркало. Но я не рекомендую для тех, кто хочет, чтобы их попуга разговаривал. Ну что ж, приступим к теме. Как научить его разговаривать? Лучше учить, чем старшего попугая. Он быстрее запоминает все и может быстрее научиться разговаривать. Уроки развития речи попуг надо проводить постоянно. Будто вы принимаете какие-то лекарства. Меняй чаще интонацию, читай чаще стихи, пой им колыбельную. Надо установить эмоциональный связок с пташкой. Стой у попуги над душею с палкой. Выбирай приятное и хорошее время для тренировок. И когда птичка активная. Одну и ту же самую фразу или слово надо повторять много раз в день. Ну а если тебе надоел его разговор, тогда я тебе могу дать несколько советов. Можно купить попуги девушкам, тогда он точно переключит свое внимание на нее. Спокойная музыка может приворожить твоего крикуна. Если вам понравилось,